какие у вас ассоциации, когда речь заходит о курах. Может, вы думаете, что это не самое умное животное, к людям не привязывается, а приходит только за едой. Да, оно несет хозяйственную пользу. Но много ли известно трогательных историй с участием этих пернатых? Эта неожиданная история показывает куриный мир с другой стороны. Есть душа. Владелец одной из ферм заметил, что одна из его кур оказалась довольно общительной птицей, в отличие от своих товарок. Она не сидела в курятнике, а с удовольствием гуляла по ферме и общалась с другими животными. Но в один из дней она стала вести себя как-то необычно. Курица перестала присоединяться к хозяину на ежедневных обходах фермы, не играла с животными и вела себя очень тихо. Она неподвижно сидела в своем домике. Первые несколько дней хозяин не слишком беспокоился, подумав, что питомица присоединится к прогулкам позже. Но даже спустя пару дней ситуация не изменилась. Потрясенный хозяин заметил, что она не сдвинулась со своего гнездышка ни на сантиметр. Что с ней? Может, заболела? Но подойдя ближе, он увидел, что она сидит так, как будто кого-то охраняет. Она могла бы высиживать яйца, но он знал, что никаких яиц курица не несла. Что же она так бережет? Осторожно подобравшись к курице, чтобы не испугать ее, он заглянул в гнездо и буквально открыл рот от удивления. Шок! В уютном гнездышке шевелились новорожденные котята. Как же они попали к дружелюбной курице? Хозяин решил, что фермерская кошка рожала в тепле курятника и по какой-то причине оставила котят. Добрая курица не могла бросить котят замерзать и, как могла, сохраняла тепло. Фермер был счастлив, его любимая курица оказалась здорова, да еще так здорово проявила свой характер, доброту, не разделяя детей на своих и чужих. Эта история ломает стереотипы. Не все вещи таковы, какими кажутся на первый взгляд. Любовь и помощь могут прийти, откуда не ждешь. Будьте счастливы, как эта курочка и ее цыплята-котят.